приложение, тоже из Critical Services. Сегодня я вам расскажу про Istio. Это будет не deep dive, это будет не детальный разбор, но это такое, для того, чтобы вы были в курсе этой хайповой технологии, да, то есть после того, сегодняшней моей презентации вечером за пивом с кем-нибудь, с товарищем, когда вы будете меряться, как Саша там сегодня на своей презентации спрашивал, меряетесь ли вы с товарищем или нет, вы сможете сказать, да, я мерялся, и более того, я знаю про Istio. Итак, еще раз, меня зовут Кирилл Масюк, я работаю DevOps'ом в Critical Services в GCP-домене. Сегодня я расскажу, что такое Service Mesh, почему это звучит из каждого утюга, если мы говорим о DevOps'е, что такое Istio. Расскажу чуть-чуть про его архитектуру, мы посмотрим, как работает управление трафиком, ну и попытаемся сделать какие-то минимальные из этого выводы. Итак, что такое Service Mesh? В данный момент очень популярна технология использования микросервисов. Наши микросервисы общаются между собой, используя сетевой протокол. И возникает ситуация, что если ваши сервисы, вернее, когда наши микросервисы поделены на кусочки, некоторые микросервисы у нас работают в определенном количестве, некоторые, в зависимости от нагрузки у нас, меняется их количество, да, то есть то их больше, то их меньше, некоторые микросервисы мы обновили версию, и он у нас отвалился, перестал это все работать, наше приложение должно за этим следить. Конечно же, разработчикам очень не хочется этим заниматься, да, потому что вопросов, которые возникают при общении по сети, возникает огромнейшее количество. И на самом деле все эти вопросы достаточно стандартны и не требуют какого-либо, ну как, они не индивидуальны. Поэтому родилась концепция Service Mesh. Что такое Service Mesh? Это отдельный уровень инфраструктуры, который обеспечит безопасное, стабильное общение сервисов между собой. А в частности, load balancing, traffic policy, service discovery, tracing, routing и все вот эти замечательные вещи. В данный момент, ну а поскольку я буду говорить про, в основном про Kubernetes, хотя эта тема актуальна не только для Kubernetes, для Kubernetes существует несколько разных вариантов Service Mesh. Это Linkerd, Linkerd 2, Console Connect, Istio. Я вам расскажу про Istio, потому что в данный момент он, во-первых, наиболее функционален, во-вторых, он развивается Google, Google его активно контрибьютит, он нам поэтому будет очень интересен. Istio. Istio — это open-source проект, который первый релиз которого состоялся в мае 2017 года. Основные разработчики — это IBM, Google и Lyft. От Lyft взяли разработку прокси Envoy. Для чего предназначен Istio? Istio обеспечивает управление маленькими легковесными прокси, которые ставятся в ваши сервисы и через которые происходит общение этих сервисов между собой. То есть на самом деле ваше приложение даже не знает, что оно работает в Service Mesh. Service Mesh берет на себя все вот эти вот маленькие моменты управления всем этим. Istio написано на Go, разрабатывается под Kubernetes, но, как раз заявляют разработчики, они на самом деле cloud, вернее, платформ агностик, то есть может работать не только на Kubernetes. Архитектура Istio. Istio логически делится на два уровня. Data Plane — это уровень, на котором происходит непосредственно обмен информации между нашими сервисами, используя Envoy. Но опять-таки я сейчас говорю Envoy, подразумеваю прокси-сервер. Говорю прокси-сервер, на самом деле может быть не только Envoy, может быть тот же самый Nginx. Но по стандарту это Envoy. Поэтому Data Plane — это обмен информацией между сервисами с использованием прокси-серверов. Control Plane — это отдельный уровень, который управляет всеми нашими прокси-серверами. Вот так выглядит архитектура приложения с Istio. Синеньким мы видим общение информации на Data Plane, то есть сервис A обращается к сервису B не напрямую. Сервис A обращается к прокси, прокси сервис A обращается к прокси сервису B и потом уже передает эту информацию. Всеми этими обменами информации управляет Control Plane, который состоит в свою очередь из пайлота, миксера и цитадели. Архитектура. Теперь перейдем непосредственно к нашим самим основным элементам. Envoy — это быстропроизводительная sidecar proxy, написанная на C++.
нацелена именно на это, управляет всем входящим и исходящим трафиком между нашими сервисами. Сайдкар называется, потому что сайдкаром называется в реальной жизни вот эта вот замечательная коляска, которая цепляется к основному мотоциклу и сопутствует ему. Миксер — это один из важнейших компонентов Istio, который собирает метрики и позволяет на основе этих метрик, во-первых, он их куда-то может передавать, и основываясь на этих метриках, он позволяет управлять нашими компонентами. Миксер очень гибкий за счет того, что к нему, используя плагины или же адаптеры, как это называется в Istio, можно подключать различные бэкэнды, которые отвечают за мониторинг, квоты, контрол-листы и прочее. То есть, допустим, сейчас существуют уже адаптеры под APG, под CloudWatch, под Flink и под Prometheus, стек-драйверы и другие. Обмен информацией идет в обе стороны. То есть, если у вас что-то насетаплено, допустим, в APG, какие-то квоты, APG может управлять вашим трафиком в приложении. И наоборот, то есть вы можете с помощью миксера передавать информацию в тот же самый Prometheus. Pilot — это непосредственно управляющий компонент, который управляет всеми нашими прокси-серверами. Он обрабатывает конфигурационные файлы, конвертирует их непосредственно в формат, понятный для Envoy'а, и контролирует, чтобы они были распределены. Citadel отвечает за безопасность, она управляет ключами и сертификатами, которые обеспечивают безопасность соединения между нашими сервисами. Управление трафиком. На этом слайде вы видите, что отделение трафика от непосредственно от сетевой инфраструктуры и вынесение ее под управление Istio позволяет нам реализовать вот эти вот вещи, как благодаря периодическим хелс-чекам Istio постоянно в курсе, какие сервисы у нас запущены, сколько их реплик, обеспечит корректный лоуд-балансинг между ними. То есть не будет такой ситуации, что ваш сервис А обратился к сервису Б, в этот момент он поломался, и все, ваше приложение зависло, потому что никто не знает, дошел запрос, что с ним произошло. Также Istio позволяет очень гибко оперировать трафиком, делать АБ-тестирование, постепенную выкатку, Canary Deployment, которого изначально в Kubernetes нет. Да? Благодаря Istio мы можем делать Canary Deployment очень гибко, то есть направлять трафик на какие-то новые версии наших приложений, используя различные параметры. Не только там версию какого-то приложения, мы можем направлять, допустим, не только долями, то есть 10% отправили на новый микросервис, 90% оставили на старый, но мы можем направлять трафик, допустим, пользователей Android на одну версию, пользователей Apple на другую версию. Мы можем даже делать такую вещь, как называется зеркалирование трафика, когда вы запускаете какие-то микросервисы, вы хотите их попробовать под реальным трафиком, под реальной нагрузкой, но при этом, чтобы трафик не шел к конечному пользователю. Вы делаете зеркалирование. Пользователь видит ответы от реальных микросервисов, ну а вы на своей выкатке видите, как они работают с реальным трафиком. Потому что все мы прекрасно понимаем, что тестирование — это замечательно, но оно никогда не бывает идеальным, и в реальной жизни все чуть-чуть отличается от того, как оно происходит. Демонстрация. У меня запущен Kubernetes кластер, в нем запущена стандартная Bookinfo аппликация от Istio. Выглядит это вот так. Сейчас выведу список приложений. Для начала, касаемо инсталляции. В ЖКЕ уже можно, да. Я думаю, лучше. Вот я тоже думаю. В ЖКЕ, как я уже говорил, можно Istio задеплоить. Так получше, наверное, да? Ну, давайте уже сюда.
GKE можно задеплоить, если просто установив дополнительную галочку, либо командой в CLI. Если вы устанавливаете свой кластер, если ставится достаточно легко, вам необходимо задеплоить манифесты с ним. Они существуют разных версий. Минимальная, стандартная, в которой существует подключен трейсинг, мониторинг, Prometheus, все вот эти вещи уже собранные. Вот. После того, как вы задеплоили Istio, тоже огромный плюс Istio по сравнению с другими, сервисами Mesh, вам нет необходимости переписывать ваши деплойменты. То есть вам нет необходимости вручную добавлять все эти сайдкары в ваши деплойменты. Istio умеет делать автоматическую инжекцию своего прокси. Вы это можете делать двумя способами. Либо запускать деплоймент через утилиту Istio XTL, который будет добавлять свой сайдкар, либо же вы просто делаете на namespace, ставите лейбл Istio Injection Enabled, и Istio будет контролировать автоматически ваш namespace, и все, что будет туда деплоиться, будет добавляться контейнер с Envoy. То есть, допустим, вот у нас запущены микросервисы, здесь мы сделаем CTL и посмотрим, какие внутри контейнера запущены. То мы увидим, что контейнеров два. Первый контейнер — это непосредственно само наше приложение. А второй контейнер — это Istio Proxy, там внутри Envoy, которому передаются какие-то конфигурационные параметры. Это очень удобно, у вас нет необходимости все переделывать с нуля. Управление трафиком. Как я уже говорил, у Istio есть свой управление трафиком. Istio использует собственный ingress сервис, который позволяет очень гибко управлять трафиком. Сейчас у нас запущено приложение. Есть самый простой пример, который есть на сайте Istio, я вам его сейчас покажу. У нас есть три разных версии превью. Наше вообще глобальное приложение выглядит вот так вот. Это какая-то страничка условная, выводящая информацию про какие-то книги. И в зависимости от того, какой микросервис, отвечающий за ревью, отвечает, он выводит по-разному информацию. То есть ревью версия 1 выводит информацию без звездочек, ревью 2 выводит с черными звездочками, ревью версии 3 выводит с красными звездочками. Просто очень визуально. Для того, чтобы перенаправить трафик на определенную версию ревью, применяются манифесты, которые выглядят так. Host Review, Destination Review версии 2, вес 50, версии 3, вес 50. Если мы сейчас применим этот файл, прошу прощения, ошибаюсь. Вот у нас Virtual Service создался, и теперь, когда мы будем выводить информацию нашего приложения, мы увидим тут только ответы от ревью версии 2 и версии 3, то есть у нас попали ревью для звездочек. Точно так же мы можем завернуть весь трафик на определенную версию ревью, либо мы можем частично его завернуть. Благодаря тому, что у нас в Istio одновременно сразу из-под коробки доступны и трейсинг благодаря Jagger, и мониторинг сбор метрик благодаря Prometheus, мы это можем легко визуализировать и наблюдать. Существует продукт под названием Utiali, который следит за состоянием нашего Istio и предоставляет такую красивую дашборду. То есть мы можем посмотреть запущены наши приложения, их health-check, как это графически происходит обмен информацией. То есть мы видим, что у нас тут вход трафика идет на Istio Ingress. Istio Ingress. Загружается Product Page. Если вы, я не знаю, видно или нет,
Но вот только что там была версия 2 и версия 3 зелененьким, версия 1 была подсвечена серым. Это говорит о том, что сам микросервис у нас запущен, он рабочий, он живой, но трафик на него, сейчас она обновится, наверное, да, трафик на него не поступает. То есть мы видим трейсинг в реальной жизни. Ну, вот, собственно, небольшое демо. Да. Интересно. Да, более того, у Istio позволяет реализовать золотого тельца под названием Multicloud. Istio предлагает вам запускать, если у вас есть необходимость, запускать приложение вообще в разных клаудах. Я делал объединение клауда GCP и AWS. У меня вот это приложение было запущено часть в основном GCP-домене, ну не домене, а в GCP-кластере. В AWS была часть запущена. То есть и Istio с помощью там, определенных донастроек, с помощью того, что контрол-плеймеры смотрят одновременно и туда, и туда. Ну там есть определенный ряд настроек. Получается, что у вас в итоге часть приложения запущена в одном клауде, часть приложения запущена в другом. Это может быть достаточно интересно. Но надо понимать, что это тоже сейчас в данный момент пока еще не идеально работает. Есть ряд ограничений, да. Немножко не так спросил. То, что есть там лежит, больше вопрос. В таком случае мне клиентов надо переправлять, балансировать. Ну, например, купить чек-лиды, да? Раз в 15. Куда я буду направлять их отнести? Вообще, в принципе, это может баланс. Иначе у меня получится одно место у меня там в Нью-Йорке, да? Тебе надо, там это настраивается, но тебе нужно запускать Istio Ingress Gateway в нужных локациях и внешним лод-балансингом разбрасывать по нужным тебе кластерам. То есть, допустим, у того же Google автоматически есть, то есть у тебя одна точка входа, но в зависимости от того, куда пришел запрос, он направляет к ближайшему. Плюсы и минусы. Аппликация этого не знает. У тебя стандартное использование доменных имен в аппликации. Istio в этом весь и смысл, в том, что Istio сервисы. Работают через стандартные сервисы. Но Istio берет на себя всю вот эту подноготную. Да, да, да. Как, знаете, как говорится, рыбы знают, что они живут в воде. Нет, не знают. Плюсы и минусы из тех, которые в данный момент мы имеем. Istio позволяет убрать решение вот этих всех проблем сетевых с разработки приложения, забирает на себя. То есть разработчику не надо об этом всем задумываться. Circuit Breaker не надо делать, за тебя его сделает Istio. Сбор телеметрии, сбор каких-то статистик, обработка их не надо делать. Ну как, понятно, что надо делать, но тебе не надо вручную это все реализовывать. Istio достаточно быстро развивается и развивается крупными игроками. Они заинтересованы в этом, поэтому результат есть. Istio привносит в Kubernetes те вещи, которые нам реально были необходимы. Тот же Canary Deployment в Kubernetes коробки просто нету. Ну, можно его реализовать, но тут он уже есть. Также есть плюсов, то что поскольку это Google, соответственно, вы задеплоили его одной кнопкой, и оно более-менее стабильно работает. Из минусов та же самая обратная сторона. Разработчики теперь об этом не заботятся, но теперь вам нужно обслуживать еще дополнительную вещь – Istio. Это стандартная наша боль. Istio стоит ресурсов. Причем оно стоит ресурсов как очевидных таких, что и для Istio стандартные установки, разработчикам советуется, чтобы у вас было 4 CPU свободных и 6 гигабайт памяти. Это очевидный ресурс. Неочевидный ресурс – это то, что каждый раз, когда вы добавляете дополнительный сервис, используя Istio, у вас на каждой ноде добавляется 10 IP tables правильно. Вы добавили еще один сервис и еще 10. Это все нарастает, возрастает большим комом.
Есть исследования, в том числе он Стас Калинкин производил, что private tables мало кто дубает. Но на самом деле оно сильно будет решать на большом количестве сервисов. Ну и последний такой минус, то что быстро растет, только появилось, естественно, есть баги. Предыдущая версия 1.09, которую я тестировал буквально в декабре, применяя там 5-10 раз различную конфигурацию Ingress Gateway, я его ложил полностью. То есть конфигурация есть, он должен работать, он не работает. Ручками идешь его грохаешь, заработалось. У Стаса была ситуация, что он, применяя конфигурацию, добился полностью неработоспособности Istio из своего кластера. Решалось все перед созданием кластера. То есть, к сожалению, ну, опять-таки, из плюса вспоминаем, что он быстро развивается, и, наверное, это уже все пофиксили. Выводы. Выводы. Istio может решить ряд проблем для вас, для пользователей. Он решит очень важные проблемы. Что мне нравится, Istio позволяет трансформировать в Kubernetes из просто платформы для контейнеров в платформу для Cloud Native Application. Это следующее слово из bullshit bingo, да, то есть вот у нас там Service Mesh, Kubernetes, блокчейн, не дай бог. И все вот эти вот все слова, если когда ты собираешь вместе, у тебя вот получается bullshit bingo, можно выпить там две стопки. Как бы, ну, это смешно, я смеюсь над этим. Но на самом деле существует даже технология Knative, которая создается и развивается, благодаря тому, что у нас есть Istio. Если бы у нас Istio не было, оно бы не работало. Из чего можно сделать вывод, что да, оно сейчас уже работает, да, уже некоторые компании используют его в продакшене. На самом деле, если о нем думать заранее, все будет хорошо. Стоит ли сразу там бросаться все перепедаливать на Istio? Нет, не стоит. Но если вы разрабатываете или там участвуете в разработке нового приложения, которое строится по Cloud Native, да, я не знаю, методологии, да, или архитектуре, то да, вам, конечно, стоит подумать об Istio. Но и опять-таки понимать, что все стоит каких-то вещей. И, к сожалению, вся основная наша боль DevOps связана с тем, что нету продукта, который работает на 100%. Все наши продукты, будем откровенны, работают максимум на 80%. И когда мы на продукт, работающий на 80%, накладываем следующие 80%, у нас в итоге не 160%. Поэтому можно использовать. Ну и, собственно, вот ради этой всей картинки и, собственно, вся презентация затеялась. Вопросы? Да. В общем, интересно, на каких уровнях работает. То есть какие-то такие интересные. На 7 уровне. Может, там есть на слайдике. Класс! Пожалуйста! Починил, да? Оно работает на верхнем уровне, поэтому трафик можно, ну, естественно, нацелен на HTTP-шный, но благодаря этому мы имеем доступ к каким-то детальным информациям. То есть, вот, как я говорил, что мы можем идентифицировать клиента, очень, ну, какие-то правила создавать четко. Хидеры, да. Не уверен, не скажу. Да. Ну, мы тогда теряем все основные функции. То есть, на самом деле, Envoy разрабатывался не под Istio. Envoy используется, ну, Envoy Proxy, да. В AWS запустили свой сервис Mesh, он основан на Envoy, но не Istio. Соответственно, если, смотря что вы хотите от этого получить, то есть использовать Envoy Proxy отдельно без control plane, да, конечно, можно. Уровень CDN. Уже... Еще раз. Уровень CDN. Да. А Carvana DNS, кто занимается у вас? Какие сервисы? Кубернетисовские. Кубернетис. Да.
Смотри, Envoy может работать как стендалон. Ты можешь на него залить конфигурацию, но когда у тебя будет много сервисов, тебе руками это надо будет апдейтить. Istio решает, Istio предоставляет control plane, который будет за тебя генерить сертификаты. Создал новый сервис, тебе под новый сервис создал сертификат, трафик будет шифроваться, если ты включил MDLS, включил TLS и так далее. Но у Istio есть свой большой overhead. При большом количестве сервисов на данный момент есть такая проблема – телеметрия. Создается много сервисов телеметрии, и они выжирают много ресурсов. И получается, что перформанс твоего сервиса ниже, чем потребление ресурсов. Но это будет сказываться где-то там 200-300 сервисов и выше. Все активно. У Стаса завтра просто доклад на эту тему, поэтому он может очень детально рассказать. Да. Зачем все это? Зачем мы это делаем? У нас более конкретный вопрос. Значит, Istio с инвоями, он, насколько я понимаю, я вижу на МТЛС, да, насколько я понимаю, он каким-то образом обеспечивает все же безопасность передачи данных между компонентами. Да. Сразу же возникает вопрос о инфраструктуре ключей, о ротации ключей. То есть, за это отвечает Цитадель. Вот этот модуль в Цитадели, вот этот, то есть он отвечает за автоматическую ротацию всего этого. Там же можно на самом процессе. Нет, ну да, все, а потом поменяем, правильно? Потому что самоподписанный для вас это и есть нормальная цепочка. Каким образом здесь строятся каналы связи безопасно? Смотри, прокси не забирает конфигурацию. Ему сам пайлот запихивает конфигурацию в каждый прокси. Запихивается по определенному токену, да, это шифрованный канал. После чего он криптует трафик между микросервисами. Но от момента трафика между твоим сервисом, который в контейнере, до Envoy, он идет не шифрованный. Внутри он согласится IP table с правилами. А дальше уже от Envoy до следующего Envoy он криптуется. Но у меня чуть вопросов много. Я понимаю, что он шифруется. Любая модель безопасности, она строится на цепочке доверия. То есть изначально мы должны доверять ключам, да, для того, чтобы доверять шифрованному каналу. Если мы не доверяем ключам, мы не можем доверять каналу. Соответственно, у меня вопрос был именно о том, каким образом осуществляется управление ключами на вот этой вот инфраструктуре, в том числе управляющей. Смотри, когда деплоится с каким-то токеном, потом дальше ротейтится. И токены от Envoy Connection ротейтятся. Также и сертификаты ротейтятся для ваших сервисов. И плюс выяснилось, что ты можешь своим сервисом делать реквест сертификата для своего сервиса внутри контейнера уже. Не только который прокси Envoy криптуется. Это есть. Плюс поддержка EGVP токенов еще и авторизация. Соответственно, ты можешь сказать, что если у тебя трафик пошел с сервис A на сервис B, но мы накручиваем полисы, и мы говорим, о, тут надо спросить авторизацию. И вот это все сделать Envoy. Envoy, он неплохо работает. Он даже может в рамках одного пода работать в параллель несколько Envoy. И ты можешь плавно их перезапускать, применять полисы. На HTTPS-ном трафике где-то задержка 1 миллисекунда, от 1 до 5 миллисекунд, мы видели в тестах, добавляется на каждом хопе. Это тоже надо учитывать. Но он дает тебе возможность шифровать трафик. И мало того, что шифровать, он и ротейтит сертификат. Тебе не надо идти и говорить, что присобрать контейнер, что вот у меня поменялся сертификат, надо новый контейнер. Все это плавно за тебя делается. Я понимаю, что мы как раз освобождаемся от всех ротаций. Мне именно в этом ключе было интересно, каким образом строится цепочка доверия. Спасибо. По поводу cloud агностика в перерыве я расскажу, мы строим решение.
Ну, и балансинг. Там есть нюансы. Там единая точка будет, если стандартную схему накладывать на несколько холстров, то вход трафика будет через один регион. Одну точку. Но можно делать и сразу. Еще вопросы? Да, на самом деле, можно расценивать мою презентацию как рекламу выступления старта. Все, вопросов нет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было интересно.